В Брюсселе в эти минуты проходит заседание Совета Россия-НАТО в центре внимания безопасности на континенте, порядок полетов над Балтикой, укрепление взаимного доверия. В прошлый раз переговоры были в апреле, а до этого еще в 2014 году. Тогда, напомню, Североатлантический альянс заявил, что прерывает диалог с Москвой. Нынешняя встреча на уровне послов имеет особое значение, потому что проходит через считанные дни после Варшавского саммита НАТО. Там, в частности, много говорили о развертывании дополнительных сил в Польше и Прибалтике. Прозвучавшее в Варшаве заявление, безусловно, ключевая тема дискуссии и сегодня. В преддверии заседания глава российского МИДа подчеркнул, что разговор в Брюсселе должен быть ответственным и не нацеленным на зарабатывание очков пропаганды. Находясь с рабочей поездкой в Казахстане, Лавров отметил, российская сторона хочет услышать от НАТО объяснений принятых на саммите решений.